Предприниматель, задолжавший более 55 миллионов рублей, лишился жилого дома, автомобилей и нескольких сотен коробок продовольственных товаров, которые были выставлены в его торговой точке. Сегодня все это арестовали судебные приставы. Ранее мужчина пытался погасить свой долг, но выплатил лишь 5 миллионов из 60, которые взял у банка. По словам приставов, даже при продаже арестованного имущества погасить весь долг не удастся. Арестованное имущество будет оценено и передано на реализацию. Денежные средства будут погашены, пойдут в счет погашения долгов.